вот такое правило. Ты встретился с негативом, и все. На сегодня ты больше не гэмблишь с ним, не включаешь шанс негатива в свой день. Не знаю, включать ли нечаянно или специально. То есть ты, если ты нечаянно встретился с негативом, можно ли гэмблить? Но если ты специально загэмблил, а вот это же буквально, как возможно, правило гэмблинга, да? То есть если ты загэмблил, да, где у тебя был вариант и позитивных интеракций, и негативных, да-да, речь все та же, о той же рулетке. Ты встретился с негативной интеракцией. Сделать такое правило, на сегодня больше не играть в такую игру.